Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим преобразователь ржавчины от компании «Хайгир», артикул SJ5721. Емкость баллона 378 грамм, поставляется он с распылителем. Вот такой вот распылитель у нас идет. Данное средство хорошо нейтрализует ржавчину, также создает защитный слой для того, чтобы далее коррозию остановить и попросту ржавчина у вас не распространялась. Также можно использовать для каких-то заржавелых механизмов, то есть если у вас заржавела, допустим, гайка, нельзя открутить, можно обработать этим средством, у вас беспроблемно все оно открутится. Также после того, как обработать данным средством поверхность, нужно 2-3 часа для полного высыхания и полного эффекта от данного средства. Производится в США, как я уже сказал, емкость 368 грамм. Более подробные характеристики и стоимость средства вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.